Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои награды. Так, $90. Идем в магазин, открываем колоду. Так, сегодня я хочу найти две ДНК, которые мне не хватает для того, чтобы прокачать нашего Шреддера. Так что, наверное, я сразу отправлюсь именно сюда. Так, Сплинтер у нас когда будет? Через 3 дня. Ну ладно. Значит так, мы его можем достать только здесь. Вот они, две ДНК. У нас с тобой 7 попыток. Поехали. Золотые осколки. 50 жетонов. Серебряные осколки. Да елки-палки, ну. Хорош. Не надо издеваться. Видеомагнитофон, ну это худшее, что могло выпасть. 2 попытки, друзья мои, 2. 4 доллара и камень талик. Значит, сегодня нам не повезло. Причем все, что хочешь, выпало, да? Кроме персонажей. Вот это здорово. Вот это они меня подкололи. Ладно, друзья, ничего страшного. У нас еще будет вечер. И я попробую вечером выбить. Ну, а пока мы с тобой отправляемся, конечно же, на турнирную арену. Так, я в Лиге Сёгунов 76 ранг. Будем приступать. Так, у нас Влад, Нонейм и Генри. Ну, по уровням они абсолютно одинаковые. Но мне кажется, что... По-моему, Влад будет слабее. Тут 53 уровень, да, есть. 54. Тут больше 54 и 55. Да, все-таки, мне кажется, нам надо брать Влада. Поехали. Значит так, возьмем Лео. А, секунду, какой Лео? Погоди секунду, мы же с тобой задание не выполнили. Сразиться в боях, пройти серию испытаний. Давай, наверное, начнем с прохождения серии испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Быстренько с тобой пройдем. Нам нужно с тобой заработать 5 откатов. Вот я к чему. Ой, Кирби. Ну ладно, давай-ка мы его сейчас быстренько нахлобучим. Так, Майки. О, как ты слабо бомбанул. А ну-ка, Усаги. Вообще промазал. Ты что, издеваешься, что ли? Эй, парнишка. Так, надо этого гриба сейчас забомбить. Майки, как всегда, ребят, подводит меня. Ты видишь, у него уже здоровья маловато. Так, отлично. Муху уничтожили. Значит, двигаемся на последнюю волну. И здесь у нас... Слушай, я думаю, наверное, массовые атаки нужно применять. А для начала уничтожим змейковьюна. Попробуем. Хоба. Шикарно. Теперь, наверное, короля крысиного. Но он крепкий малый. Так, хиляемся. Потому что здоровье у Майки немножко подорвано. Так. Бакстер Стокман понизил ему броню. Значит, мы его сейчас с тобой сможем спокойно добить. Без проблем практически. И беремся за Джастина. Ну-ка. Заблокировали способности. А добить не смогли. Майки, ну а ты? Раз удар. Нет, это никуда не годится на самом деле. Бедного аж заштормило. Смотри, Джастин там бедной головой мотает. Ну и остались консервные банки, которые, в принципе, тоже без проблем мы разберем. Раз, два. И добивочный. Ну что, серию испытаний прошли. Мы с тобой заработали. Сколько там? 1 откатик получается, да? И нам нужно еще... Кстати, мы же ищем элементы на Донателло. Можно было бы пройти, в принципе, вот эту вот, ребята, локу. Даже можно было бы и здесь немножко побомбиться. И, в принципе, скоро мы... Что опять? Что вот это вот за бред, ребят? Я не понимаю. Все нормально с интернет-соединением. Вот это вот иногда припаривает. Так, давай-ка перейдем с тобой быстренько на Донателло. Донни, сколько там тебе еще надо найти? 12 номеров и 7 комиксов. Ну, давай начнем, наверное, с номеров. Поехали. Один номер нашли. Второй. Вау, шикарно идем. Третий. А ну-ка, давай попробуем здесь.
Четвертый. Пятый. Прикинь. Шестой. Седьмой. Ха, вообще на изи. Так, здесь промахнулись. Опять промахнулись. Не-не-не, не надо, не надо сбивать мне фортуну. Так, это девятый, десятый, одиннадцатый и последний номер. Да ё-моё, ну. Вот он, ребята. Двенадцатый номер. Так, и нам с тобой надо будет. Погоди-ка, я ошибся. Еще не последний. Вот, вот теперь последний. И нам остается с тобой найти 7 комиксов. Но это уже будем делать в следующей серии. Кстати, у нас, по-моему, проблема с телепортами. Как я буду шредеров фармить, а? Скажи-ка мне на милость. Так, поднять уровень персонажа, но это проще всего. Правда, у нас мутагена, по-моему, маловато. Да, 9000. Ну, поэтому я предлагаю... Ох, так, подожди, 7. Всего лишь 7 у нас с тобой телепортов. Этого мало. Угу. Так, кстати, 90 скоков. Подожди-ка секунду, дай-ка я быстренько сбегаю в магазин. А то ведь опять забуду и... Так, здесь нам ничего не нужно. А здесь мы с тобой берем 3 ДНК на Рафаэля. Опачки. Отлично. Буквально еще 12 ДНК, и мы с тобой сможем его проапать. Окей, это хорошо, это радует. По жетонам у нас с тобой пока все слабо, но все, наверное, в курсе, что мы будем брать... Вот 3 ДНК на нашего Бибоба в костюме кролика. Ага, у нас еще и Донателло может проапаться видение. Хм, а вот этот вопрос интересный. Кого быстрее? Либо его, либо его. Тут и Рафаэль на подходе. Ладно, разберемся потом как-нибудь, когда уже будет достаточное количество у нас жетонов. Ну, а мы теперь отправляемся со спокойной душой, конечно же, на лигу. Так, значит, выбираем здесь. И тут я, конечно же, возьму левел. Именно с ним будем драться. 55-е, да, уровни, поэтому здесь можно смело брать полтинники. Начнем с них. Полтинников отыграем, а потом уже пойдет и имба. И уже Леонардо, как говорится, нам и не нужен будет. Ну что, массовая атака, и посмотрим, как все пойдет. Изумительно пошло. Лео, как всегда, на высоте. Всех подбил. И у нас с тобой идеальная победа. Поэтому продвигаемся дальше. Нам нужно с тобой, ну, во-первых, обратно вернуться в Лигу Сёгунов 3 звезды. И желательно приблизиться уже к мастерам. А может быть, даже и зайти туда. Так, Тони, Кристи, Саугуир. Ёлки-палки, язык сломаешь. Ну, наверное, его и возьмем. Так, Лео, возвращайся. Так, Шреддер, Мутагеноид, Мундагека и Крысиный Король. Хочу прокачать Шреддера. Подписчики порекомендовали прокачать и сказали, что я не пожалею. Поэтому хочется убедиться в этом. Опачки, Бибобчик, а как ты выжил, а, роднуля? Спать, сказал тебе. Отлично. Опять же у нас с тобой идеальная победа, и мы двигаемся дальше. Ну, давай, 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 не томи. Так, была 54-я позиция, а становится 27-я. Слушай, неплохо идем. Я бы даже сказал, летим. Так, Владислав, Лерон и Бай. Ну, я думаю, Владислава надо брать однозначно, потому что кубков у него здесь побольше, чем у остальных. Так, Эйприл, Крип, Бибов и Морозильная Кошка. Ну, давай. Я, правда, не знаю, что мы будем с тобой делать после лиги. У нас все испытания пока пройдены. Причем, по-моему, все на 3 звезды, да? Я ничего не путаю. Так, подожди-ка, подожди-ка, что-то мне не нравишься ты, парень. А ну-ка, если мы комочком тебя. Отлично. Морозильная кошка из-под тишка просто кинула свой морозильный комочек. И, видишь, нейтрализатора убрали с поля боя. Давай, 12-ю позицию. Ух ты, 9-я. Отлично. Так, 3 отката у нас еще с тобой есть. И здесь мы берем, ну, наверное...
Кто там? Анта? Ну, Анта так Анта. Поехали. Раз, два, три. Четыре. Джастин и Кирби, ну, здесь слабое звено у нас получается. Поэтому, да, в принципе, Лео сделает свое дело. Тут 53 уровень, он должен, по идее, всех завалить. О чем я и говорю. У Джастина так глаза странно висят по бокам, ты заметил, да? Того и гляди, как будто вывалится. Ну и вот мы с тобой вернулись в Лигу Сёгунов, 96-я позиция. Я думаю, что нам хватит дойти до полтинника. А может быть даже и до мастеров. Так, вот тут надо определиться. Уже ближе к 60-му уровню. Тут вообще уже за 60. Так, ну что, давай, наверное, возьмем с тобой хуен. Давай, давай, возьмем ее. Раз, два, три, четыре. Отлично. Правда, герои у меня все меньше и меньше становится. Так что надо как-то аккуратненько все здесь это дело провернуть. Погнали. Ну, Лео уже не уронит, да, всех? Хотя нет, смотри-ка, он красавчик. Я думал, что хоть кто-нибудь да выживет. Но ничего подобного. Мы всех вырубили. И какое место мы заслуживаем? 85-е, не? О, 77-е. Отлично. Последний откат, я вам хочу сказать, у нас остается. И здесь я выбираю. Вот, no name. Девочку. Маленькую. Раз, два, три, четыре. А сколько у нас? О, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И два бойца у меня, как говорится, пролетают. Но это не дело. Нам надо как-то всех реализовать. Можно, конечно, знаешь, что сделать? Ну, рискнуть. Так, подожди, сейчас мы разберемся. Можно взять, например, три сильных бойца, да, и двух 45-х. Такой тоже можно провернуть. Сейчас мы, наверное, так и сделаем, чтобы у нас было три боя полноценных, а не два. Так, выбираем Матвей, Саша и Шериф. Ну, здесь давай возьмем, наверное, Сашу, да? Так, смотри. Беру Зека, Армагона, Змейка Вьюна и... Блин, как-то рискованно, если честно. Без провокатора, да? А если я возьму Аракзара? Давай, наверное, так и сделаем. Получается, у меня сейчас Зек бросает бомбочку, замедляет врагов. После этого Рокзар встает в стойку. Ну а дальше уже вся надежда на моих слабеньких персонажей. Поехали. Так, для начала неплохо. Берем провокацию. И Армагон бросает свой метеорит. Вау! И я даже сам не ожидал, что вот так вот получится. Но, как видишь, идеальная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, 50-е место должно быть как минимум. Оу, 46-е. И у нас следующий бой. Так, надо определиться. Берем с тобой Глена. Так, а Глен пойдет у меня раз, два, три. Раз, два, три. Кунаичи брать или... Давай, наверное, Лео возьмем. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Блин, ну эта команда не очень сильная. Давай, наверное, все-таки возьмем с тобой Железноголового. Ну. Так, смотри, в каждой колоде есть Шреддер. Вражеская, да? Так, тихо, тихо, тихо. Иммунитет, ладно, это не страшно. Так, Железноголовый, ты... Не надо! Так, что нам с тобой сделать? Я, наверное, поставлю защиту дополнительную. Вот так вот. Так, хиллера у них нету, да? Окей. Змейка Вьюн. Блин, никого не добили. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Давай, все-таки я рискну. Вот так вот. И остается... Блин! Фух, нам повезло. Так, выпускаем волну. Мимо. А так, если... Да, отлично. Ну что, друзья мои, план сработал.
Все идеально у нас получилось. И я не знаю, сколько мы еще с тобой боев. Два боя хотелось бы сделать, но, наверное, не получится. А местечко нам дают 31-е. Ай-яй-яй, еще буквально 3 боя надо, а? Так, ну-ка, кто у нас тут? Слушай, я, наверное, возьму Эрина. И поехали. Так, возьмем, значит, Бакстера, Донни, Рафаэля. И вместе с ними пойдут два слабых. Меня очень сильно напрягает здесь, конечно, кролики. Очень сильно, потому что у них массовая атака, и они всегда ей пользуются. Блин, о, неужели Майки стал бить? Подожди. А почему инициатива-то у вас такая? Эй! Блин, фигня какая-то получилась, ребята. Нам понизили с тобой защиту. Это кролики все сделали. И у некоторых даже атаку. Так, Бакстер, ну-ка, ужариваем. Так, Эйприл должна, в принципе, дуплиться. Нам нужно с тобой, наверное, Донателло брать. Хотя... давай так сделаем. Замечательно! Блин, не зря я качаю Донни. Ты видел, как он сделал? Половину отсел и там некоторых постепенный урон убил. Слушай, ну, скорее всего, мы с тобой сейчас попадем в мастера, судя по всему. Если, конечно, хватит нам запала. Так, здесь у нас... кто там? Младен, Зид и Нонэм. У всех одинаковые кубки. Уровень меня немножко пугает, если честно. Как мы вот этими двумя и тремя слабачками будем проходить, а? Очень большой риск. Это просто офигенно. Если Усаги сейчас ошибется хоть на немножечко, да, то все, мои бойцы посыпятся, и ничего тут им не поможет. Так, ну, для начала, конечно же, нужно делать уклонение. Ну, Усаги, на тебя вся надежда, родной мой. Давай. На всех постепенный урон повесь, пожалуйста. В принципе, неплохо. Нет. Вау. Слушай, ребята, это круто. Это нам повезло. Ты посмотри, что здесь творится. У них постепенный урон висит, да? Плюс Майки добивает Донни, а Усаги добивает Лео. Отлично. Фу, интересно, хватит нам вот этих кубков, чтобы перейти в мастера? Все-таки приятно, да, туда попасть. Ну-ка. Да, друзья мои, это свершилось. Правда, 98-я позиция, но у меня есть еще вечер. Вечерком я сяду, поиграю, немножко подзакреплюсь, и все будет тип-топ. Вопрос в том, что мне сейчас делать, а? Идти набивать мутаген? В принципе, мутаген нам тоже не помешает, если честно. Тем более его здесь... сколько мы подсчитывали? Дают там 6 тысяч, да? За прохождение полностью этих испытаний, по-моему, да. Ладно, набьем. Нам с тобой нужно еще будет прапать. И ни одного персонажа, поэтому грешно, как говорится, отказываться от такого действия. Мутаген нужен всем. И новичкам, и старичкам. Тем более эти эпизоды проходятся довольно быстро. Времени отнимут буквально минуты 3, может быть 5 максимум. Потому что здесь один, как говорится, боец. Мы его уничтожаем и с тобой проходим дальше. Сейчас мы с тобой проапаем. У нас, кстати, остается пицца, которую мы... а, нет, ребята, пицца пиццей, а откаты откатами. Если мы с тобой будем тратить телепорты, да, то нам не хватит для фарма Шреддера. И вот здесь вот выбор. Если вечером мне дадут награду, а в чем я очень сильно сомневаюсь, мне дадут, ну, у меня будет 500 бакинских. За 500 баксов я куплю себе, могу купить 100 откатов. Ну, откаты, короче, телепорты, вы поняли, да? 100 телепортов. И тогда у нас шансы, конечно же, возрастают. Во сколько раз, посчитай? Почти в 4 раза, чтобы мы смогли с тобой найти Шреддера. Нам 2 ДНК, еще раз говорю, не хватает для того, чтобы его прапать. Для того, чтобы его прапать на 5-ю звезду причем. Блин, конечно же, хотелось бы. Кстати, опять вернули, друзья мои, в игру магазин. Его раньше не было, да? Все помнят, что нельзя было покупать. Да ничего здесь нельзя было покупать. А теперь все вернулось, видишь? Донат процветает, как говорится.
Ну, я это никому не рекомендую делать. Лучше своими силами. Так, стань бойцом додзе. Ага. Так, бесплатно. Мутаген можно получить бесплатно теперь, да? За просмотр видео. Может быть, это можно было и раньше сделать, но я не обращал на это внимания. Так, ладно, у нас другая цель. Набить мутаген. По-моему, последний бой у нас остается. Давай быстренько с тобой пробежимся. Заработаем последний мутаген и пойдем кого-нибудь прапаем. Точнее, не прапаем, а увеличим уровень. Все, ребят, ну вот и все. В принципе, очень быстро и главное, что не напряжно. Тем более, мутагеноид, он не такой уж и сильный противник. В отличие, там, например, от Бакстера Стокмана, да? Ну что же, идем в список. И давай посмотрим. Да, тут у меня, ох, как много персонажей, которые просто умоляют их повысить по уровню. Понимаешь, умоляют. Так, а я, наверное, все-таки сделаю вопреки всему. Буду прокачивать, точнее не прокачивать, а докачивать Арахзара, друзья мои. Все-таки надо ему сделать 80 уровень, так же, в принципе, как и Армагону. В идеале вообще надо всех до сотки. Но я уму не приложу, сколько нужно, ребята, здесь мутагена. Ты представляешь, целая куча. Кстати, у нас тут 14 сюриков. Это мы с тобой обменяем. А здесь 12. Офигеть, накопили. Так, здесь 4. Тут 5. Тут у нас один сюрикенчик. Точнее, одна ДНК. Так, меняем. Тут 13 излишков. Вот так. В общем, на каждом герое практически есть излишки, которые можно спокойно менять. Кстати, сколько у нас, ребята? 400, да? Осколков нужно. А в данный момент у нас 245. За каждый бой мы с тобой получаем поскольку? За каждую неделю. Ну, в среднем это где-то получается по 80, да, по-моему? То есть еще 2 недели как минимум. А то и 3. Так, ну что, здесь забираем награду. Ну и пока у нас есть пицца, можно будет по-быренькому пройти вот эти вот два. Раз, два, ну и третий. Так, раз, два, три, четыре, пять. Фух, поехали. Играем против черепашек. Нужно быть очень и очень осторожным. Так, естественно, уклонение. Это в первую очередь. Без него я никуда. Бросаем бомбочку. Так, замедление только на двоих упало. Так, этот усиливает команду. А мы, наверное, с тобой сделаем массовую атаку от Усаги. Давай, родной мой, не подкачай. Ай-яй-яй. Можно было бы и лучше. Так, делаем еще массовую атаку. Все, ага. Ну да, Донателло погиб от постепенного урона. Так, ну что, остается еще у нас два боя здесь. Давай. Так, пойдем сюда. Крис Брэдфорд, Змей Ковьюн, Муха и Пиццелиций тут будут нас поджидать. Так, бомбочки у нас с тобой нету. Вертушек обоих нету, да? Что у Саги мы потратили и у Леонардо. Зато, по-моему, есть все хилы. Ничего себе, какой ты крепкий. Эй, Змей Ковьюн. А ну-ка, отдуплись, пожалуйста. Так, этих тут не хватало только шитиков, а? О, они еще и с контратакой. Ты понял? Ясно. Так, давай добьем его. И теперь вот так сделаем. А зачем я ему заблокировал способности, если у него нету их? Ладно, двигаемся дальше. Ага, вот они все. Стоят в рядок. Так, ну здесь, по идее, наверное, нам нужно с тобой Криса Брэдфорда уничтожить. Нормуль. Так, а теперь, конечно же, муху. Мимо? Так, хиляться я, наверное, пока не буду. Вроде бы и так все хорошо. Отлично. Так, добьем? Нет. Хотя две атаки, да, мы успели его добить. Пиццелицева надо было атаковать.
Так, еще удар. Добили. Фух. Ну, тут как-то вообще великолепно. Слушай, наверное, нужно немножко восстановить себе здоровье. Тихо, тихо, тихо. Не надо буянить, друзья мои. Так, захиливаемся с тобой и добиваем последнего кланфутовца, который там выпендривается. Он, правда, под уклонением. Ага, ну-ка, Усаги, отлично. Ну что, идем тогда с тобой на дорожку, где у нас стоит Шреддер. Да, Шреддер стоит и усами шевелит. Так, ага, где он? Вот он, друзья мои. Раз, два, три, четыре, пять. Может быть, вместо Зека нам брать Бакстера, а? Я, наверное, Бакстера возьму все-таки. Потому что у него есть две массовые атаки. У Зека только одна, но хорошая, которая дает замедление. Так, 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 тихо, тихо. Начинается вот это вот. Причем сразу повесили иммунитет. Сразу же. Ну что, давай посмотрим. Ага. Хотят мне Бакстера немножко покалечить. Так, хиляться, я думаю, пока не стоит. Или, может быть, стоит. Тихо, тихо, тихо. Че, в кого? Блин. Оп, а вот это плохо. А вот это уже серьезно. Ты видишь, сколько здоровья. Так, у него спала заморозка. Лечилки у нас с тобой нету. Блин. Давай, наверное, пробафаемся с тобой. Мне просто сейчас нужно дожить до Лео. До его хода. Вот. Фух, теперь я спокоен. Хотя почему-то очень мало здоровья мы восстановили нашему Бакстеру. Но зато, как видишь, мы пробафаны. Я просто знаю Шреддера. Шреддер сейчас будет атаковать того, у кого меньше всего здоровья. А это у Бакстера Стокмана. Это не самый сильный персонаж, который может выдержать хорошие мощные удары. Так, ну-ка давай ракетами. Ага. Так, давай заблокировать попробуем ему способности. Нет, не вышло. А пробивной? Отлично, друзья мои. Леонардо сделал пробивной Шреддеру, и он упал. То есть мы прошли с тобой здесь без потерь. Все герои целые, но все равно Бакстер все-таки меня немножко настораживает. Вот, ребята, осталось еще пройти вот эти вот уровни, и у нас с вами будет целый пак. Так, ну, пицца вроде бы есть. Давай тогда пойдем потихонечку будем проходить. Все равно пока делать больше нечего. Блин, я опять Зека взял. Ладно, взял так взял. Так, грибы бесявые, которые меня раздражают, прям нет сил. Так, давай, добей его. Молодец. Так, давай-ка теперь Кирби отсюда уберем. Ага, убрали. Аж 10 раз. Усаги, красавчик. Так, тля летает. Нам мешает. Да успокойся ты. Блин, добей майки. Отлично. Так, у нас с тобой вторая волна. И тут... Блин, училка это еще здесь. На тебе. Делаем массовую атаку. Мне надо, чтобы они уничтожили двух персонажей. И они все выжили. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот этого уничтожим. Потом тигра. Так, постепенно урон, наверное, не добьет ее, поэтому в рукопашку уничтожаем. Да, уничтожил. Но... Ну, тогда добьем. Отлично, этот бой у нас прошел довольно хорошо. Ну что же, мы с тобой продвигаемся тогда далее. И... Так, сколько здесь вообще боев, по большому счету? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А нет, восемь, это уже не бой. Восемь боев. Да, не хватит, скорее всего, нам с тобой. Подожди-ка, давай-ка я лучше Бакстера все-таки возьму. Надо будет его подлечить, потому что здоровья маловато. О, паукус. Давай хиляемся, короче. И начинаем наказание. Так, паукус, даже не думай там что-то делать. Он даже не успел.
Так, ну что, Маузер — это ерунда. Добиваем. Так, что он делает? Посмотри, вот Бакстер Стокман получает больше всего повреждений из всех персонажей. Но он 80 уровня, а остальные-то 85 и 100. Так, а здесь у нас кто? Бицелицы и Змея Карай. Я думаю, что нужно начать со Змеи Карай. Вот. Самое классное — это когда, ребята, блокируешь способности бойцу вражескому. Потому что он уже ничего не сможет сделать, только лишь ударить. А удары, как понимаете, не очень сильные у них. Так, добьем. Ну, что ты делаешь, а? Вот, вот видишь, жук какой, а? Пошел же бомбить, знает кого. Ну-ка, добьем мы его с удара. Нет, а со второго? Да. Отлично, еще один поединочек у нас с тобой великолепен. Так, ну что же, двигаемся дальше и смотрим, кто у нас там будет. Мы можем... Ага, мы можем даже сюда нырнуть. Давай попробуем, а? Фух, удача, как говорится, нам не помешает. Так. Естественно, сразу уклонение начинаем делать. И массовые, ребята, атаки, отхилы, дебафы, бафы. Все применяем. Шикарно. Так, делаем с тобой массовую атаку. Оу, Донни минус. Так, летит бомбочка у нас. Ать, еще один минус. Ну, я так и думал. Я так и думал, что Лео не оставит эту затею. Тихо, в кого? Промахнулся. Интересно, а мы можем попасть по Леонардо или нет? Мне кажется, промажем. Воу. Попали. А если я еще маузеров вызову? Вообще изи. Друзья мои, я могу сказать уже, наверное, со 100% уверенностью, что вот эти вот черепашки, что первые бои с ними были, что вторые, проходим с вами уже легко и просто. Тем более вот этим составом, который у нас с тобой, да, вообще без проблем. Так, возьмем, наверное, сюда с тобой Зека. И тут у нас... О, Зек и Зек, отлично. Ну, у нас-то оригинал, а это 100% какой-то двойник. Поэтому наша задача его уничтожить. Поехали. Да кого ты? Я забыл прицел, ребята, переустановить. Давай заблокируем способность ему. Вот так вот. Ого! Ничего себе впечатал, прикинь. Так, это не дело, друзья мои. Это не дело. Плюс меткость пониженная. Нам нужно хиляться. И желательно быстрее. Давай, Майки. Твой хил нам здесь нужен и очень дорог. И добиваем. На второй волне нас ждет... Ага, Ксевьер Монтес и Крис Брэдфорд. Сейчас мы их попробуем ушатать. Так, постепенно урон повесили. Значит, этого мы с тобой можем... Хотя просто ударим. Без всяких пробивных ударов, да? Так, мимо? Почему? Подожди, подожди. Два раза и мимо. Так, ну постепенно урон его уничтожит. Бамс. Бамс. Нет. Мы даже шанса ему не дали, ребят. Просто сделать ход. За это он и поплатился. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. Посмотрим сейчас, куда нас закинет нелегкое. Куда, точнее, мы сами выберем себе дорожку. Получается всего 4 боя. А пиццы у нас с тобой очень мало. Сколько там за бой? По-моему, 4, да, требуется? А у нас всего лишь 8. То есть 2 боя мы сможем сделать. И практически на финальной линии, ребят, мы с вами остановимся. Немножко обидно, ну да ладно. Погнали. Опять паук, да, здесь я смотрю. Ну-ка, бомбочку ему. Опа. Именно его замедлили. Что есть хорошо. Так, убиваем. Дальше добиваем Маузера. Ну, я думаю, что этого тоже добьем. Окей. Кто у нас дальше здесь? О, Святая Троица. Так. Блин, давай, наверное, порог среди бомбанем. Мне не нравится вот это вот, сколько он нанес урона по нему.
Тут, наверное, придется нам брать провокацию, скорее всего. Или делать... Давай-ка, наверное, Хана добьем. Потому что Хан может сделать дебаф. Мы это все прекрасно знаем. Контратака. Теперь, наверное, я все-таки возьму провокацию на Рафаэля. Ну, с этими ребятами действительно шутки плохи. Они очень-очень сильные и мощные, поэтому надо заблокировать способности. Не получилось. Так, а если мы попробуем вот так вот заблокировать? Усаги, ну что ты, ну ё-моё, а? Отлично. Все-таки очень-очень мощная вертушка у нашего Лео. Рокстеди сразу же упал, прикинь. Ну, как видишь, тут у нас тоже все хорошо. Так, пиццы остается у нас с тобой всего 4 штуки. И, по-моему, как раз на один бой. Ну, давай сюда. Раз, два, три, четыре, пять. В плане. А сколько нужно-то? А, друзья мои, 6, а у меня всего лишь 2. Ну что же, ничего страшного, мы с вами допройдем это все в следующей серии. Ну а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.